Слушай, сегодня будет жаркий вечер. Смотри на карту, я там отметила горячие точки. Ну что, хочешь, чтобы о тебе говорили? Появится что-нибудь достойное внимания, я кину тебе сообщение. Благодарности не надо, потом сочтемся. Все, до скорого. Почувствуй стрит-икс на своей шкуре. Это самое крутое, что может быть. Это не гонка, это чума. Трасса здесь очень сложная. У тебя нет права на ошибку. Делай, что хочешь, чтобы сбросить соперника с хвоста и держись внутренней стороны трассы. Оптимальная кривая выхода из поворота экономит время, поэтому настрой тачку на быстрый разгон и крутые повороты. Понял, о чем я? Думаю, понял. Выходи на старт и постарайся не пролажать. Слушай, ты, конечно, ездишь нормально, но здесь надо ездить как сумасшедший. Надо отрываться от соперников. Пока они доползут, про них уже все забудут. Драк – это основа всего, что мы делаем. Смотри на тахометр. И как только стрелка уйдет в красный сектор,
Меняй передачу. Старайся поймать зеленый индикатор. Он показывает оптимальный момент переключения. Чуть раньше или чуть позже, и ты безнадежно отстал. Запомни главное. Газ до отказа и вовремя повышать передачу. Упустишь момент, придешь к финишу последним. Если тебя кто-то обогнал, расслабься и сядь ему на хвост. Разгонишься как следует, сможешь его обойти, заодно и азота поднаберешь. Это реальная гонка, пацан. Ты готов? Давай, покажи им всем!
Ну, выиграл. Срубил бабла. Но кто поверит, что ты богач, если машинка у тебя скучная? Помни, встречают по одежке. Машина как женщина. Немного косметики, и ее не узнать. Чем париться с покраской? Пришлепни наклейку и привет. Машинка при параде. Здесь наклейки всех спонсоров. Похвастай. Пусть лохи пускают слюни. Обрел на распродажу. Ясно, что тут выбор маловат, но есть все, что нужно для начала. Открыто круглосуточно. Заезжай, как припрет. Знай, выбирай. Закись азота для твоей машинки, как второе дыхание. Выдохнешься на финише, пожалеешь, что не взял.
Это в 1000 раз лучше любой распродажи. Если тебе нужна самая крутая начинка, ты пришел по адресу. Смотри, что здесь есть. Плати и забирай. Затаривайся здесь всем, чем можешь. Мощность – это залог победы. Новый блок управления двигателем. Немного мозгов твоей тачке не повредит. Если ты не смог как следует разогнать свою тачку, попробуй хотя бы выглядеть круто. Здесь есть для этого все детали.
Помни, надо, чтобы люди пялились на тебя. Сделай своей тачке боевую раскраску. Вруби колонки. Дрифтинг – это прежде всего стиль и полный контроль. Запомни, хорошая скорость, руль и ручник – вот составляющие крутого заноса, за который тебе дадут чертову уйму очков. Не увлекайся тормозами. Чем выше скорость и круче занос, тем больше очков за него дают. А если ты наберешь достаточно очков за один прием, их будут давать еще больше. Когда научишься выполнять заносы, начиная соединять их в цепочку. Выходишь из одного заноса, заходишь в другой. Если ты все усвоил, пробуй силы, жги покрышки, набирай очки. Держись подальше от ограждения. Заденешь, потеряешь очки. Если готов стать звездой, вперед! Вокруг тебя нынче много шума. Парочка контор за тебя подралась. Теперь готовься вступить в профессиональную лигу. Знаешь такую? Ни пробок, ни копов. Реальные гонки по частной трассе. Раз уж мы сработались, бери меня агентом. Я буду тебя направлять, а ты со мной поделишься. We'll be right back.
проезд на старый город, ты знаешь? Езжай туда. Услышимся позже. Коробка передач может свести на нет все твои потуги ехать быстрее. А может и помочь, если прикупить что надо. Заводскую дрянь можно выбрасывать на помойку. Без нормальной подвески ты на трассе все углы пересчитаешь. Yep.
Напоминаю, ты теперь сам себе не хозяин. Папики решили, что надо скататься в пару мест. Видишь крестики на карте? Давай, езжай туда и порви всех. Звякну после финиша салют.
снимают в следующей серии «Baby's Best». Ты посмотри только. Слушай, я придумала развлекуху. Намотай-ка пару кругов по местам боевой славы и смотри в объектив. Подвигай ракурс туда-сюда, как сам себе понравишься, жми на кнопку. Сделаем классный снимок для обложки журнала. Только всю ночь на это не убей. Across the nation.